Ну ладно. Ну, он так, конечно, такой крысик, ну ладно. Ну да, в общем. Это кожа. Кожа, да, кожа. Кожа. Угу. О, что тут? А, все, я понял. Угу. Угу. Послушай. Легенда. Это же история рождения Христа и его погребения, мне кажется. Подожди, подожди, подожди. Леша. Угу. Сними, чтобы было просто надо, чтобы на этом было все. Сейчас, сейчас, сейчас последний кадр. Это арамейская книга, мне кажется. Угу. Все, да? Все, что тут? Осторожно, посмотри. Вот у нас все, да. Периметр, чтобы можно было прочитать все. Угу. По-арабски пишется справа налево, Леша. Справа налево? Да, и вот так вот по кругу. Задняя часть. Вот мы смотрим подчищенную сторону. Подчищенную сторону смотрим. Чтобы блеск был виден. Угу. Вот так вот видно? Да, есть, есть блеск. Есть, да? Да. Сплав какой-то, наверное, и есть. Но золото присутствует. Золото, да, золото посильнее вместе есть. Или бронза. И вот царапины. Сейчас, секундочку. Вот сюда вот раз. Вот есть, 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 есть. Есть. Да. Да, я вижу, это на камере прекрасно видно, кстати, цвет золотой. Вот смотри, как видно.
Друзья, продолжаю проходить по достопримечательностям Афганистана. Вот смотрите, какой здесь объект очень интересно находится. Да, сейчас зайдем и попытаемся зайти внутрь. Как мы видим, все сделано из кирпича. Видите, друзья, какое строение уникальное. Такое не везде увидишь. Достопримечательности все больше и больше радует. Смотри, какой сводный. Вижу, да. Время. Давай, давай. Давай. Идем. Да. Старинное не то слово. Еще такие. Не детские. Делались больше 3000 лет. Еще видишь, рукой мазанные все. Стены, да. Вот смотри. Да, вид действительно уникальный. Друзья, не всегда видишь такие уникальные объекты. Просто я уже от того, что увидел, просто в шоке реально. Это наш товарищ, охранник наш, сопровождает нас. Иду. Ты где, Андрю? Сюда, сюда иди. Ага, да. Красавчик, поднимись, поднимись. Сюда зайдешь, камеру сними. Леша, только осторожно. Сейчас поднимаемся вверх, друзья. Сейчас мы забьем точку GPS и посмотрим, потом да. Потом посмотрим с космоса. Ты видишь, как он держится? Да. Как крепко он держится? Глина? Да. Реально глина. А то еще городище какое-то, да, я так понимаю? А вон туда посмотрим. А, целый город, смотри. Целый город стоит. Вот, друзья, вдалеке видим целый город еще. Разрушили город. Чуть дальше гробница. Точнее, еще город или гробница.